Привет! Недавно купили PlayStation, но не знаете, в какие игры поиграть с друзьями? Вот и вы наткнулись на правильное видео. В этом топе я покажу вам, в какие игры стоит поиграть с друзьями в 2020 году на PlayStation 4. И мы начинаем. И первая игра в нашем топе это Gunbeat. Что могу сказать об этой игре? Это просто пушка. Недавно играл со своим братом и это очень крутая игра, советую вам всем в нее поиграть. И что там надо делать? Это только нужно друг друга бесить, убивать, кидать. Короче, творить всякую дичь. Игра происходит в городе Фарс-Сити, это сказано в описании игры. И это просто какая-то игра, чтобы поугарать. Советую играть втроём или вчетвером. Или одному не советую играть, это очень скучно. Здесь надо хорить много человек. Чем больше идти здесь, тем лучше. Но это очень хорошая игра, всем советую. Стоит она 1500 или 1300, за скидку можно взять за 500, помню, один раз была скидка. И, короче, всем ее просто советую, хорошая игра, очень хорошая. Здесь можно еще менять скиды, из механика скидов. Кстати, на удивление в игре есть скины, можно менять скины. Можно менять скины, есть разнообразные зелья скины. Это бабушки, дедушки, всякие рестлеры, Рик и Морти в конце концов. А мы переходим к второе место, UFS 3. Геймплей игры UFS 3 я вам показать не смогу, потому что у меня просто не хватило денег, чтобы купить ее, так же, как и остальные игры. Не судите строго, вы понимаете, как сложно быть ютубером. Ну, поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а игры, которые я хотел показать вам, это UFS 3, FIFA 19, Battlefront 2, Way Out. И еще, геймплей этих игр вы можете по ссылке в описании найти трейлер этих игр и посмотреть. Ну и вот, ребята, наш ролик подошел к концу. Пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на канал. Я выпускал этот ролик 7 дней, целую неделю. И как только на этом ролике наберется 10 лайков и у меня станет 10 подписчиков, я сразу же выпущу новую серию. Ну, вот ролик закончился. Всем удачи и всем пока.